Привет! Всем доброго времени суток! С вами канал Артмания и моя семья. Побежал. Вернулись мы домой наконец-то. Всю неделю мы были у мамы, отдыхали. Вот. Тут уже вот кто-то напроказничал у меня. Все валяется. Тут я сразу же готовлю. Да. Готовлю кашу вот Диме. Там яички. Сейчас я их уже буду вот выключать. Так, где они у меня? Вот это вот. Опа. Вот, яички у меня там варятся. Здесь у меня картошечка варится. Сегодня у меня будет на ужин скумбрия вместе с картошечкой. А Дима будет кушать кашу и, наверное, мясную консерву. Вот. Вот такие у нас дела. Начинаю я с вечера, время уже 7 час. Вот. Ну и что ты несешь? Да, ты теперь эту коробку носишь, да? Носишь ее туда-сюда? Да? Дима. Дима здесь проказничает, он все мне разбрасывает. Вот. А всю неделю я не писала влоги, не записывала. Пока у мамы были. Вот. Может быть, эту причину я расскажу немножечко попозже. Да, ну, посмотрим, наверное, попозже. Вот здесь у меня, кстати, уже каша доваривается. Ага, упала. Немножко я это мало положила самой каши, а воды налила больше. Поэтому жду, пока немножко вода уварится. Выкипит вся. Вот и будем кушать скоро. Что ты? Тебе нравится, как она падает, да? Да, да. Упала. Возле меня. Вот он сидит возле меня. От меня не отходит. Да. Наш с вами лучок, кстати, за неделю, пока нас тут не было, он весь уже разросся, перерос уже весь, уже подсыхать даже, вот, да, начинает уже, обидно немножко, ну ладно, вот сегодня-завтра я его уже срежу, и будет расти, вот тут растет вот свеженький, уже появился, здесь уже появился, вот. А вот та еще нету. А те целых 3 нету. Ну, а вот еще появился. Свеженькая тоже. Мы будем их трогать. Все по это. Как его? Почикаю. Так, по-моему, называют это. Так, ну вот мой ужин. А Димочка уже покушал, лег спать. Вот, утомился очень сегодня. Такая у меня картошка получилась. Приносила мне ее бабуля, какая-то она там деревенская. Не знаю, но тут такая темная, какая-то странная. Ну, Дима попробовал, ему что-то не очень она понравилась. Не знаю, сейчас буду пробовать. И скумбрия копченая. А, копченая она не из магазина, она под заказ, короче, знакомые там делают и коптят. Там какая-то бумажка. Вот. Она еще замороженная была долгое время. Вот, но очень аппетитная, очень вкусно пахнет. Я уже ела, очень вкусная. Не такая, как в магазине. В магазине они какие-то все-таки другие. А здесь вот прям вот видно она. Кусочки прям мяса. Вот сейчас вся перепачкаюсь опять в ней. Буду вся пахнуть. Вот, ну и картошечка. И сейчас у меня еще будет завариваться там чаек. Такой у меня будет сегодня ужин. Так, короче, я тут занялась шторами. Вот они, ниточные шторки. Все просто переплелось. 2 штуки я уже сложила, как бы расправила. Дима тут копошится у меня. Я ему категорически не разрешаю. Вот. Ну,
Блин, так вот все очень сложно, запутано. Все просто невозможно. Не знаю, но здесь у меня получится ее распутать. В принципе, ее должны делать так, чтобы человек, когда ее снимет, мог ее распутать. Потому что одна была нормальная, сверху сложенная, вторая запутанная, ее расчесала руками. И вот сейчас достаю третью. Посмотрим сейчас, что будет, какая она. Так, ну вот, я вот так вот приспособила ее, подвесила. Вот она ровненькая, ровненькая, ровненькая. А вот тут вот просто кошмар. Сейчас я буду вот здесь ее расчесывать и потом буду присоединять к другим. Вот мы ее, смотрите, будем сейчас раскрывать. Дима уже там себя видит. Так, вот мы ее... Ай, 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 ай. Плохо вытаскиваются. Тихонько, по несколько штучек, ее вытаскиваем. Она очень-очень-очень пыльная. Руки прям вообще неприятно рукам. Да, и ты тут и стоишь. Под пыльной шторой. Ну вот она, смотрите. Стала прям ровненькая, хорошенькая. Вот так вот ее можно распрямлять. Если есть, конечно, кому держать ее, то было бы хорошо. Вот так вот. Так, сегодня я пекла хлебушек с солдом, ржаной. Очень-очень прям такой вот мягенький. Такой вот очень мягкий, вкусный. Но единственное, там в рецепте было написано 1 чайная ложка соли. Но этого мало, надо 2 добавлять. А все это я себе, конечно, допишу. Буду все это знать. В следующий раз еще буду печь. Вместе с вами, возможно, в следующий раз мы будем печь. Я уже вот бутерброд себе сделала. Вот, и потушила капустку у меня сегодня на ужин. Тушеная вместе, типа мяса, мы с вами его покупали в каком-то влоге. Там всякие кусочки, отрезочки, всякие жилочки, там все такое. Поскольку у меня зубы плохие, я только такое мясо могу есть, потому что другое мне очень больно жевать его. Особенно жесткое мясо. Вот такие вот делала я мультиварки. Вот она моя мультиварочка. Уже вот переложила. Тут у меня, кстати, еще зелень сушится. Уже высохла. Петрушечка моя. Вот так вот. Сегодня вот кладу мыльце новенькое. Пускай это будет, наверное, как 1 апреля, хотя 1 апреля уже прошло, конечно же. И влог выйдет чуть-чуть попозже. Вот. Я его уже открыла. А вот она. Лазит. Да, кстати, она у меня да, немножко просроченная. Так как я сейчас истребляю, скажем так, мою коллекцию. У меня была коллекция мыл. Когда-то еще очень давно я начала их собирать. Вот, но сейчас очень-очень много мыл. И эту коллекцию просто ставить некуда. Поэтому я начала от нее просто постепенно избавляться. И это большой плюс. Мне сейчас не приходится покупать мыло какие-то. Вот такого мыла мне хватает очень надолго. Где-то месяца на 2-3. Вот, это у нас с запахом граната, но пахнет розой. Явный прям такой запах розы. Я люблю ароматные мыльца. Вот. Эта вот сумка я еще никак не могу разобрать. Мы приехали от мамы. Остались там только одни лекарства. Никак не могу сейчас. Вот, надо будет унести. Так. Мы сейчас поменяем. Вот у нас старое мыло. Таким вот оно маленьким стало. Его я кладу в баночку. Сюда ставлю вот это. Включаем воду. И просто набираем сюда. Так, набираем. И
Просто эту водичку мы оставляем, вот этой водичкой мыльной. Я в следующий раз буду мыть полы. Вот. Она настоится, я сейчас закрою ее крышечкой и поставлю, уберу специальное место. Да, кстати, тут моя ванная. У нас здесь фламинги. Кстати, мы положили плитку еще до того, когда фламинги стали популярны, когда их стали везде уже печатать, еще, ну, далеко до того. Вот, очень мне нравится. Здесь у нас там дневник, с этой стороны тоже немножечко повыше. Ну, тут полотенчики висят наши. Да, ванную, по-моему, мы еще не видели. Кстати, ванную мы красили. И тут вот, вот это вот я платила чисто свои 500 рублей. Как бы делала подарок, моя мама сделала нам в подарок ванную комнату. Вот, а это вот я чисто свои 500 рублей доплачивала за этот бордюрчик. И вот он, что с ним стало. Вот, не знаю, я буду вызывать, планирую. Хотя уже планирую третий месяц, по-моему, их вызвать, но не гарантия 2 года. Или побольше. Не знаю. Здесь вот тоже поотрывалось немножко. Не знаю, что они там скажут, что они будут делать с этим. Зря только деньги потратила. На самом деле там все, все сделано очень хорошо, все герметично. Вода не протекала бы. Ну, не знаю, почему-то я подумала, что они просто будут, не будет вот этого вот нахлёста на плитку. Вот, видите. Я не знала, что он будет так. Я думала, просто они, как бы, если 500 рублей, то они вот тут прольют, а если без 500 рублей, я думала, они как-нибудь вот отсюда, будет полоса какая-то или что-то там такое. Ну, ладно. Так вот, простояла-то она как раз, вот ей меньше года, кстати, было, как они покрасили, месяцев 7, что ли, и она ведь слезла. Ну, ванная пока вроде еще целая. Вот, хотя, конечно, она уже не такая была снежная стала, как, допустим, когда ее делали, как она была. А, в следующий раз, наверное, какой-нибудь снежный голубой проще будет сделать. Вот. Так, вот показываю маленький наборчик. А, даю вам не слушать уже радио. И вот тут тоже я не могу найти флешку, чтобы вставить. Вот эту не могу, короче, найти. И часто я слушаю музыку через MP3-шник. На нем уже все скачано. И вот в музыкальном центре. Дистанционка. И вот, наконец-то, я нашла эти входы. Вот. Есть вход как раз-таки вот. Дима. Вот, сейчас мы его с вами посмотрим. Воткнем, не знаю, как это все делать. Ну, давай, держи, держи. Втыкается. Самое главное, ребенку не показать, куда он втыкается, иначе он потом будет у него все втыкать. Он не может без этого. Ему это необходимо. Сейчас я только покажу вам. А здесь вот есть вот эти вот как раз вот от колоночек, вот этих вот маленьких. Потому что я пробовала, перетыкала сюда, они молчат. Вот они. Вот они, два, как их называют, тюльпаны. Вот белый мы вставляем в белый. Опа. Красный мы вставляем в красный. Ой, господи. Неудобно. Вот. Вот второй вход. Молодец, Димон. Какой ты у меня умница. Вот сюда вот мы вставляем. Вот тут вот. Тут есть дырочка. Выше. Не-не-не, выше, 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 выше. Вставляй. Вставляй. Вставил? Молодец! Ну откуда ты можешь знать все это, а? Так. Кладем его сюда. У нас уже включен. Да. Включен. Так, мы включаем. Сзади я его отключала сейчас. Здесь у нас что-то должно загореться. Нет, не надо, подожди. Ну, давай, давай сам. О, Дима все сделал.
Вот она, в принципе, все играет. То есть также можно два раза вот тут нажимаешь, и все. Да, Дима у меня голенький бегает. Все, не надо больше. Не надо больше. Все. Я думала, дистанционка, потому что Bluetooth у меня включается только дистанционкой. Я не помню, куда я нажимала. Я уже забыла, короче, куда я нажимала. Ну, короче, я включала дистанционкой. Bluetooth. Ну, вот тут вот он есть. Все, все, все. Не надо. Так, ну все, мы будем слушать музыку. А, переключать. Сейчас попробуем. Нет, кстати, переключать он здесь не хочет. Видимо, я только переключать на МП3-шнику. Дима! Так, как он там? Вот у меня есть 80-е. Дима. Господи. Ну, пускай она играет, ладно. И закрываем ее на замочек. Вот. Все. Самое главное, чтобы ребенок до него не достал и его не выключил. Итак, я его включила. Снимаю немножечко в другом месте. А сейчас мы с вами будем стирать шторы. Я их уже снимала, показывала я вам. Нам для этого понадобится такой клубочек веревочки. Вот он не весь, я его отрезать не буду, просто потом она высушится и я обратно все замотаю. Вот просто я не знаю, как их еще по-другому постирать можно. Такие веревочные. Вот они у меня уже расчесанные. Вот вы помните их. Нацепила на них резиночки, чтобы они не расплелись. Вот здесь у меня две, и тут вот две. Вот, и мы их... Сейчас попробую вам показать. Мы их сейчас вот сжимаем. Вот они у меня, вот тут вот. И мы их должны пополам сложить. И обязательно их расчесывать. Вот он висит. Вот мы их расчесываем, расчесываем. Тяжелый очень. Вот. Они очень, кстати, пыльные, ужасно. Вчера я уж как ни старалась не дышать, но тем не менее я надышалась пылью очень хорошо вчера. У вас ролик, кстати, выйдет одним днем. Наверное, скорее всего. Вот для меня это было вчера. Для вас это сегодня. Вот. И вечером у меня уже заложило очень хорошо нос. Вот. Хорошо у меня средства есть. Ну, как у меня, в принципе, аллергия на пыль. Не то, что аллергия, а... Не знаю, как это назвать. Вот. Ай, тяжелые. Вставляю сейчас с водой, они вообще будут... Расчесываем. Так. Вермишелька наша. Теперь вот они. Мы их взяли. Вот так вот. Тут тоже. Ну вот оно у нас получилось, что. И сейчас мы веревочкой вот так вот и будем отвязывать. Завязывать. Блин. Отвязывать, завязывать, перевязывать. Не знаю, называйте как хотите. Так, вот здесь мы оставим кончик у нас подлиннее. Немножечко, может быть, вам не очень удобно. Сейчас у меня идет дома уборка. И записывать просто больше негде. Вот, и я хочу их вот так вот перевязать. Вот. Неудобно делать это все одной.
Сейчас попробуем их их, а его. Штор? Штора. Вот так он лежит тут. Где у меня? Вот он так есть. Вот этот кончик. И сейчас мы его будем перематывать. Хорошо бы, конечно, еще одну руку какую-нибудь, чтобы кто-то еще вам помогал и держал за этот вот как раз кончик. Вот, потому что одной делать все это неудобно. Вот, но мне помогать некому, поэтому я все это делаю одна. Сейчас, я думаю, наверное, до конца мы это все перемотаем. Самое главное, чтобы не размахрилось все это. Сильно не будем, а то, чтобы не остались, потом высохнет, а на нем останутся какие-нибудь впадины непонятные. Просто я не знаю, как по-другому ее можно еще постирать. Вот, я уже дошла, смотрите. Немножечко у меня получилось по-другому, ну ладно. Не так, как я хотела. Что получилось, наверное, так, как я задумала. Нужно с кем-то ее делать. Так, ну а смотрите, у меня мыльная вода. Здесь просто вода обычная. Надеюсь, у меня вода не выльется с пребыванием. И наша колбасная шторка опускается мыться. Дай бог, чтобы она у нас помылась. Вот, я ее оставлю так. Она замочится, полежит. Вот. И потом пару часиков как раз она позамочится, полежит. Потом я ее, ну, как обычно мы делаем, полощем, прополоскаем несколько раз. Да, кстати, еще забыла сказать. Покупала я на Озоне. Вот он. А нет, написано в приложении. Вот, Озон. Написано. Покупала на Озоне вот этот шампунь в районе 100 рублей, меньше даже, 90, 80 может быть. Фитотерапия, может быть, он, не знаю, просто гораздо натуральнее обычных, но он очень плохо пенится. Мне не понравился. Вот состав, не знаю, состав, наверное, точно такой же. Вот, пришлось его добавить довольно много, чтобы хоть чуть-чуть, хоть какая-то там пена появилась. Ну, не знаю, буду еще пробовать, естественно, конечно, я его не выкину. Я никогда ничего не выкидываю. Буду им пользоваться дальше, может быть, что-то там. Может быть, распробую. Вот. Вот этот вот бальзам. Бальзам, да, на Озоне я покупала тоже. В районе 60-70 рублей. Для всех типов волос. Мне очень понравился. Особенно он хорошо, вот именно бальзам, а шампунь взять Блискур. Блискур этот розовенький. Вот они вообще прям хорошо вместе. Волосы блестят, очень красивые такие, мягкие такие. Мне очень понравилось, вот их вместе совмещая. Вот. Тоже хороший бальзам. Но бальзам у меня, конечно, кончаются быстро. Гораздо быстрее, чем шампуни. Вот, если шампунь чуть-чуть взял, он там спенился, то здесь будет все гораздо сложнее. Здесь не пенится, и поэтому, в принципе, я всегда как бы не экономлю на своих волосах. Всегда добавлю, мою хорошенько, как следует, добавляю много шампуня, бальзама, там маски, все как следует.